Если хочешь модным быть, купи айфончик в Apple Store. Но можешь на эти деньги купить то, чего нет ни у кого в школе. Красные носки, носочки, целые четыре пары, а не три. Для кошерных ступней оболочки цвета догорающей зари. А теперь подумай, сколько дров мог бы купить на эту сумму. Для несчастных стариков, с которых он одежду снимает безумно. Снимает одежду и пишет на ней свой глупый флажок и глупое имя. Защити от Гоши своих друзей, всегда ходи в магазины с ними. Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тысячу. О, расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище. Гоша Рубчинский самый модный, и его клёвый стильный луки должен увидеть весь свет. Это же очень не банально, так одеваться оригинально в то, что носил твой дед. Я не видела кальсоны, увы. Я не трогала этих носков, но уверена, что даже пахнут они, как куча мертвых стариков. Если твой друг не ебанутый пижон, то это плохой подарок на праздники. Я не любила Мгоши, даже если б он не приходился родным одноклассникам. Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тысячу. О, расскажи, почему за такие баблища такое дерьмище. Гоша Рубчинский самый модный, и его клёвый стиль.